Погода испортилась. Пляжи пустынные. Но вода теплая. Но как-то никто не решается купаться. Мы прогулялись по берегу моря, а сейчас возвращаемся домой. Будем готовить ужин вместе с Марком. Сегодня Марк готовит для нас ужин. Марк, cosa stai preparando? Ciao Rosanna. Ciao adesso, Mark. Adesso io preparo il risotto con le zucchine e la cipolla. Так. Cipolla e zucchine. Марк готовит risotto из цукини. Лук понадобится. Он готовит ужин на 5 человек. Использует 350 грамм риса. Именно вот такой он предпочитает карнароли. На 5 человек 5 цукини и 2 луковицы. Начнем. Марк говорит, что прежде чем почистить лук, он мочит руки в холодной воде, чтобы запах лука не пристал к рукам. Я, правда, первый раз слышу о таком методе. Лук режется на кусочки, не очень мелко, вот на такие половинки, четвертинки. Лук называется скалоньо. Вот они предпочитают такой лук, скалоньо. Да, включается подогрев. Оливковое масло экстра вержен. Обильно. Butto la cipolla. Ora comincerà a scaldarsi. Масло вместе с луком начинает обогреваться. Пока обогревается лук с маслом, Марк начинает резать цукини. Tagliamo il culo e la testa. Обрезать кончики, да. Они уже помыты. Арондели. На такие кружочки не очень толстые. Потоньше, потолще, но вот не слишком толстые. Все цукини порезать таким способом. Лук начинает вот так вот поджариваться. И Марк добавляет цукини. Марк накрывает крышкой, но на среднем огне тушится дальше. Добавляем соль. Деви болире. Ставим воду для кипения. Passati un po' di minuti. Si sono un po' cotte. Немножко протушились цукини. Так. Следующий шаг какой? Марк всыпает рис. Un po' d'acqua calda.
заливает горячей водой. Devi sapere quanto acqua metti. Ah, non c'è un modo per saperlo. Fai All'occhio. piano piano, mano a mano che si cucina, lui cercherà di bere acqua e tu gliela darai. Марк наливает постепенно воду, не всю сразу. Немножко воды налил, когда она вся уйдет, нальет еще следующую порцию воды. И так, пока рис не будет готов. И adesso aspettiamo quanto tempo finché non Ah, sarà cotto. 16-18 minuti, cos'è? На упаковке написано время изготовления 18 минут. 18 минут. Вот это время и будем готовить. Ogni tanto guardo. Изредка Марк проверяет наличие воды, жидкости. Sta chiedendo un po' d'acqua. Allora io gliela do. Буквально по чуть-чуть добавляет водички. Марк выключил, оставляет на минуты две, чтобы оно подошло все. Все, можно подавать. Красота. Такой аромат необыкновенный. Ну и это для самого маленького. Grazie Марк, di essere disponibile. Благодарю Марка, что он поделился еще одним рецептом с нами. Grazie e... Buon appetito, Rosanna! Grazie mille, Марк. Grazie. Вот такое ризотто. Можно подавать с тертым сыром. Пармиджано-реджано.